принимая решение об образовании Белорусской национальной биотехнологической корпорации, мы ставили перед собой довольно амбициозную цель – создать предприятие завтрашнего дня. Его задача – производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Кстати, специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел. Для реализации перспективного проекта привлечены кредитные средства Китайской Народной Республики на довольно комфортных условиях. Законтрактовано оборудование ведущих мировых брендов. Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать, нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия. Это немалые объемы. И самое главное, реализация готового продукта. До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль. В следующем году по плану должны ввести в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилища. В 2021 году предприятие заработает по всей технологической цепочке. Практически БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает. Я говорил о высоких технологиях. Это не только IT-парк, это не только космическая техника, которую мы научились производить, это не только атомная станция, видите, разные направления, но и биотехнологии. Проект насколько важен, настолько этот проект и сложен. Поэтому прошу инициаторов детально, без прикрас, доложить, во-первых, о ходе реализации инвестиционного проекта и проблемах, если они есть. Во-вторых, о подготовке кадров к этой новой для нас биотехнологической отрасли. И в-третьих, о перспективах реализации готовой продукции. Это важнейший вопрос. Все мы найдем, и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос – это реализация готовой продукции. Как внутри страны, потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции, так и за ее пределами. Цена вопроса – эффективность нашего сельскохозяйственного производства и, прежде всего, животноводства. От вас зависит его выход на качественно иной уровень развития. Я хотел бы услышать открытый, честный разговор и конкретные предложения по проблемам, которые требуют решения.